Юль, работает? Да. Работает. Тишину, пожалуйста, можно нам? Можно, хлопни, пожалуйста. Готовы? Да. Когда только появилась информация, что актриса полетит в космос, подумал, ну это что-то же невозможное, такого просто не может быть. Потерпеть, потерпеть. Еще один круг. Это, наверное, неправда, это какое-то реалити-шоу. Подышать, 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 пройтись. Подумала, что это интересно, отправила свою заявку. Сначала я думала, что я, ну, вряд ли это пройду. Мой космос — это кино и театр. Но принципиально хочется проверить, насколько твой организм может справляться вот с такими нагрузками. Юлия Сергеевна, вы в кабинете невролога. Спасибо за предупреждение. Так, вообще-то вы не так безопасны, как мне показалось. Вы не против на обследование у невролога? Ни в коем случае. Пальчики раздвинуть, глаза закрыть. И потом, когда я начинала проходить медицинскую комиссию, у меня не было ощущения, что вообще ее возможно пройти. Юлия Сергеевна, вы присутствуете на пленарном заседании главной медицинской комиссии. Вы по состоянию здоровья годны в качестве участника космического полета. Вообще нет никакого опыта. Вообще, это я. Это что, я готовлю, что ли? Это что, это я? Ну, в первую очередь я почувствовала, что придется отменять спектакли. Вот, честно говоря, я не совсем была к этому даже готова. Потом я пылала, как грешница на костре. Театр для меня, конечно, это где можно очиститься. Что-то такое, где можно подремонтировать себя после съемок. Это что-то такое, где, ну, рождается все самое интересное, конечно. Все-таки на съемках чуть сложнее, потому что столько обстоятельств. В театре же как? Сегодня не пошло, завтра пошло. Или надо много работать для того, чтобы это случилось и произошло. Потом мне это все как-то так все надоело. И вы должны будете взять гермошлем вот так вот, потянуть его вверх, сама уйти вниз. И вот так вот надеть себе на голову. Меня очень сильно ругали, когда я на это согласилась. И очень было много людей, которые говорили, ты сумасшедшая, и все прочее, все прочее. Магали. Мой папа в какой-то момент мне написал, я тебя только об одном прошу, я тебя только умоляю, пожалуйста, если тебе предложат, откажись. Мама думала, что я все-таки не пройду по здоровью. Она очень на это надеялась. Она говорит, ну вряд ли ты пройдешь, ну куда ты уже не молода. Юля, отлично. Ну что она может сказать? Мама может только развести руками и сказать, ну вот опять Юля. Вот опять. Ну на самом деле, безусловно, есть этот страх. Пуск на 4 единицы. И это больше, чем страх, на самом деле. Ну, страшно вечером от метро до подъезда идти. Это же не страшно, это же другое. Вот этот момент я поняла, что это все в первый раз. И сроки очень сжаты. И ты или идешь ва-банк, то есть рискуешь сразу, молниеносно, или этого не произойдет. Ну, принцип понятен. С дыханием разобралась, вижу. Показатели все очень хорошие. Можно ручку отпустить, тангенту. Вот, молодец. Нас все пугали, чтобы мы взяли с собой много-много пакетиков. Пакетики нам не потребовались. Ни на что не похоже. Ты просто сначала такая перегрузка идет, у тебя так... И потом вдруг в какой-то момент загорается свет и так... Кайф невероятный, а ощущение бомба. Астроэр ДСП-04 установили? Да. Изучали emergency в первую очередь. И, конечно, это был особенный акцент на все, что касается безопасности. Погодите, мы проверили закрытие замков, фиксация кресел. Надо было при посадке смотреть. При посадке, то сейчас... Смотрела? Ну, я посмотрела, вроде не шатается. И обижалась, и дулась даже на наших там инструкторов. Они были с нами строгими, жесткими, многие из них. А теперь я даже начала это в какой-то степени понимать, потому что у нас надежные ракеты, все такое вроде бы кажется, ломай, не сломается. Но маленький вот нюанс, и все может рухнуть. И снится нам не рода, космос.
мы перед солнечной линией, перед нашим спектаклем. Мы такие все время так трясешься, стоишь за кулисами. И тебе там, кто-нибудь, тебе, как дела? Все нормально. Ненормально. Нет. Это какой-то просто адреналиновый кураж. Волнуйтесь, но не сильно. Все будет хорошо. Люблю! Люблю! Вы видели, как у меня брови были на старте накрашены? Черной сажей. Это сложно все-таки назвать, чтобы все нормально было со мной. Но это желание попробовать заняться любимым делом. Первый раз в мире, в пространстве, в черном космосе было такое сильное, что оно перекрывало все. Ответственность – это просыпаться среди ночи и просыпаться рано утром. В трудные моменты находить общий язык. Держать обещания. Работать в команде. Учиться вечному. И учить новому. Ценить моменты, когда мы вместе. Уметь радоваться настоящему и смело смотреть в будущее. Быть всегда рядом, чтобы каждый клиент чувствовал себя уверенно и спокойно. Сбер. Всегда рядом. Зажигание. Предварительное. Противника. Плавка. Подъем. Прошел компакт подъем. Плохо ракета носителя. Изделия устойчивые. Отключили ССВП. Т-11 штанги стянуто, и режим все выполнено. ССВП загорелось. Мы уже сцену сняли, мы уже наслаждаемся видом земли, все хорошо. Вас понял. Проверяю ССВП. ССВП не горит. А там же как это звучит? Авария первого порядка. Принято, Антон, до конца зоны мало времени. Выход из связи, вход в тень, ручная стыковка. И это я все слышу, но что с этим делать, не понимаю. Я так посмотрела на Клима, потом, господи, как жалко. Всего 37. Жалко. Жалко. Ну, значит, должно быть так. Значит, так где-то написано. Над дорогой встает заря, синим светом полны моря. Ты не печалься, ты не прощайся, ведь жизнь придумана не зря. Песня для меня – это такой способ психотерапии. И там, например, если какой-то дома конфликт случался, я уходила в ванну и начинала петь, а потом мне мама говорила: ну, ты, конечно, сильна, ты умудряешься даже вот в какой-то критической ситуации петь. Пусть будет много любви, еще больше здоровья и много детей. Я стараюсь все самые главные события проводить с ними. Это же важно. 1 сентября, например, каждое утро я вожу ребенка в школу. В каком бы состоянии физическом я ни была, иногда это будет очень трудно. Но все равно я это делаю. Мне как-то хочется, чтобы она помнила о том, что я ее одела в школу. С-11 наблюдаю. Работаем по 62-й странице. И дальше я сказала фразу, с какого-то фильма, мне кажется, фразу. Я готова приступить к расчетам. Каким расчетом, Юля? Вот этого ты уже не проходил. Юля, возьми, открой страничку 63. Давай, ты... он у меня уже здесь. Значит, внизу вот есть отключить рут. После чего Антон говорит: хорошо, бери книгу нештатных ситуаций. Я не сразу, но все взяла, все. Ну и что-то там дублировало название команд. То, что Антон говорил, то и выполняло. Мишель, наблюдаю. Выдаю рут. Принято.
Нет. Есть касание, есть механсоединение. Так, касание, работа депо погасло. Как только мы пристыковались, переоделась, расчесала волосы, накрасилась, в зеркало скафандра проверила, есть ли у меня, все ли у меня хорошо. Потом открылись люки и полетели. Станция, с одной стороны, она так выглядит, ну, такая мощная, такая красивая. С другой стороны, куча везде всего вот висит, для нас многого непонятного. Куча чего-то, какие-то инструменты. Немножко как такой вот гараж. Да, принято, ребят, наблюдаем хорошо. Поздравляем с прибытием. Мы прилетели, у нас был инструктаж по станции. Мы слетали и в Dragon тоже, и все посмотрели. Для нас сегодня новым было все. Мне все еще кажется, что я сплю. Мне каюту отдал Олег Викторович, свою командирскую каюту. Ну, это шкаф, знаете. Сейчас покажу. Вот моя каюта. Вдруг в какой-то момент я почувствовала, что вот... По-моему, я сейчас умру. Мне неплохо, мне не тошнило. Вот просто умру. Я легла в мешок, прям так повисла. И я... Спала, я открывала глаза, видела ребят. Они долго еще не спали. Ну, вот висела и спала. Так, в целом-то как у тебя? Вот, да, Юля. Все хорошо. Доброе утро, идем Юля. По плану. На следующее утро я проснулась вот так вот. Вот в таком самочувствии. И дальше все уже лучше, лучше и лучше. И полная эйфория. Видим, мы тут в одном месте собрались. Вот, кстати, там, где Юля стоит, там ее каюта. Да. Там, где Олег бежит, это наш спортзал. Справа от Олега, ну, если от нее, это стол, где мы кушаем. Ну, а сзади него туалет. Все бытовые вещи, которые нам кажутся здесь, на Земле, очень простыми, в космосе, это целые операции. И нажимаем кнопочку подачи воды. Вот у нас пошла водичка в суп, горячая водичка. Во время только приготовления пищи может возникнуть такое количество нештатных ситуаций, что ой-ой-ой-ой-ой. Вообще учатся тут себе еду готовить, в туалеты ходить. Чтобы включить ОСУ, он же туалет, этому нужно много и долго учиться. А желательно иметь еще и практику. Практику на Земле невозможно получить. Другое состояние вокруг, невесомость вносит свои коррективы очень серьезно. Поскольку я такой человек, знаете, сама, мне не хотелось прилететь туда тупой блондинкой, девочкой. И мне все-таки хотелось с задачей, которая была на меня возложена, справиться более чем на 100%. Ну все, ребята, разговаривать с вами, конечно, можно долго и бесконечно, и очень хочется, но пора дальше работать. С нами было очень тяжело, примерно представляю, как они с нами мучились, когда мы пытались играть там отведенные нам роли. Я не знаю, как у ребят-космонавтов это внутри происходит, но нас так учили. Как бы все время в себе внутри там кастрюлька кипит. Ну, слава богу, текста было немного. Тяжелее надо было как-то пытаться что-то там играть, какие-то эмоции. Вот это было тяжело. Мы же не профессионалы в этом плане. Мы это самое, тут круглосутками снимаем. И сейчас свет уходит, давайте быстрее. Есть какое-то, знаете, все-таки предвзятое отношение, что киношники – это такие лоботрясы, которые ничего вообще никогда не делают. С Мальдив в бассейн, потом на красную дорожку, с красной дорожки снова в бассейн. Операцию сняли, сняли так, как планировали, и пролеты сняли. Все впятером с разбитыми локтями, коленками. Звук был такой приблизительно – пум-пум-пум-пум-пум. Невесомость – это… Ой, это какое-то такое невероятное чувство. Я все время пытаюсь вот сформулировать, чтобы поделиться своими эмоциями, ощущениями, чтобы человек, даже который там не был, как-то ощутил на себя, что это вообще такое, что такое космос, как это.
так или иначе, человек всегда больше всего завидовал птицам, потому что они могут летать. И я играю Катерину в «Грозе» и взрываю воздух фразой о том, что «а чего люди не летают так, как птицы?» Вот мне кажется, я птица. И тут, представляете, какое счастье? Ты 12 дней летаешь. Этот монолог, кстати, в космосе несколько раз ко мне вот прям приходил. Думаю, как же я его теперь буду произносить со сцены? Ощущение полета – это абсолютная свобода. И она абсолютная, потому что свобода – такое всегда очень сложное понятие. Потому что очень часто твоя свобода делает несвободными огромное количество людей. Ну, тут просто это не так быстро все получается, как мы это делали на репетиции, потому что так быстро взять предметы тут невозможно просто, понимаешь? Дубли мы делали очень много, тут деваться было некуда, мы же не можем сидеть на орбите и капризничать. Вот не хочу в этой сцене сниматься, в этой не хочу. Я никогда не капризничаю. Я совсем не подарок, ни в коем случае, но... Какой-то мальчик-блогер написал, что я устроила там истерику на МКС. И я мыла голову не так, а по старинке. И я истратила всю пресную воду на МКС. И я говорю, ну, конечно, я топила баню по-черному, даже не сомневайтесь. Ребят, вы Олег Викторович Новицкого видели? Мне кажется, моя истерика закончилась бы быстро. Открыли люк. В какой-то момент показал, что вроде ты тут уже вообще всю свою жизнь, но быстро очень, так, очень быстро. Просто невероятно. Хоп, и все. Есть расхождение. Красиво уходит. Помню, как сели, помню, как горели. И помню, как Олег Викторович Новицкий сказал, ну, сейчас будет совсем интересно. В этот момент открывался парашют, и начались такие американские горки, такие просто... Мне кажется, я до сих пор еще не все осознаю. Это такое яркое впечатление, которое как-то оно никуда не уходит. Вообще прекрасное время. Я думаю, знаете что? Что, по крайней мере, я точно знаю, что мне будет что рассказать своим знакомым.